притча о зависти и злости. Мудрая притча о том, как реагировать на зависть, в злость и оскорбления окружающих. Жил-был старый мудрый самурай. У него была группа учеников, и он обучал их мудрости и боевому ремеслу. Однажды во время занятий к нему зашел молодой воин, прославившийся своей неучтивостью и жестокостью. Его излюбленной тактикой был прием провокации. Он оскорблял противника, тот выходил из себя, принимал вызов, но в ярости совершал одну ошибку за другой и проигрывал бой. Так случилось и на этот раз. Воин выкрикнул несколько оскорблений и стал наблюдать за реакцией самурая. Но тот невозмутимо продолжал вести занятия. Так повторилось несколько раз. Когда самурай никак не отреагировал и в третий раз, боец в раздражении ушел прочь. Ученики внимательно и с интересом наблюдали за процессом. После ухода бойца один из них, ученик, не выдержал и спросил: «Учитель, зачем вы терпели его нападки? Нужно было вызвать его на бой?» Мудрый самурай ответил: «Когда вам приносят подарок, и вы не принимаете его, кому он принадлежит?» «Своему прежнему хозяину», — ответили ученики. То же касается и зависти, и ненависти и оскорблений. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес.